В столице региона продолжается ремонт городских магистралей. До конца года приведут в порядок 13 улиц в разных районах Самары. На улице Фрунзе отремонтируют участок проезжей части общей площадью 26 тысяч квадратных метров от улицы Крупской до Пионерской. Объект включен в план ремонта по просьбам жителей. Инициативу поддержал глава администрации Самары Олег Фурсов. Ежедневно по этой дороге проходит огромный поток автотранспорта, значит, и качество дороги должно быть на высоте. После фрезерования здесь положат новый асфальт толщиной 5 сантиметров. Обновят асфальт и между рельсами на всем протяжении ремонтируемого участка. По поручению мэра сезон работ в 2015 году стартовал значительно раньше обычных сроков, и соблюдение графиков находится под постоянным контролем. В ремонт, средства на которые выделили из областного и городского бюджетов, войдет замена бордюрного камня, благоустройство тротуаров и работы на проезжей части. Качество ремонта оценивают самарские автолюбители. Много очень участков, которые благополучно делают и очень хорошо, приятно даже ехать. Во многих местах ведутся, там на Мариса Тореза, там Московская, Новосадовая, все так ремонтируют. Надеюсь, к чемпионату мира мы будем ездить по ровным дорогам.